В Ярославской области начались проверки гидротехнических сооружений в предпаводковый период. От исправности насосных станций, дамб, шлюзов и плотин зависит безопасность огромного количества жителей. Например, инженерные сооружения в Костромской низине в Некрасовском районе защищают площадь в 19 тысяч гектаров, где проживает около 5 тысяч человек. Чтобы эти территории не затопило, здесь работает насосная станция с 4 агрегатами, пропускная способность каждого 1,5 кубометра воды в секунду. Проверку проводит сводная комиссия, которая состоит из сотрудников областного департамента охраны окружающей среды, МЧС и отдела водных ресурсов. Только за март запланировано 11 таких обследований. Работать могут 4 агрегата. В настоящий момент включены 2. Каждый агрегат по 1,5 куба в секунду. То есть вот за 1 секунду 1,5 тонны воды выбрасывается в Горьковское водохранилище. Работа ведется круглосуточно, откачка. Почему работают пока 2 агрегата, не все? Потому что паводка пока нету. Они вполне, в принципе, справляются. Проверки были начаты 22 числа. В рамках данного мероприятия были обследованы плотины на реке Кубрь, шлюз на реке Векса. Сейчас вот проводится данная проверка, и потом будет у нас накопители на Залесье и далее по плану.